Новый год. Я хочу, чтобы для нас он стал точкой разворота. Разворота к лучшему. Я Александр Бегак, летчик-испытатель, авиадизайнер, авиаконструктор, изобретатель, инноватор. Меня знают многие как рекордсмена и покорителя Арктики на транспорте будущего беголёта. Я всем сердцем люблю небо. Для меня это и космос, и полеты, и символ духовности. Я стремлюсь, чтобы на Земле наконец произошел долгожданный технологический и духовно-нравственный прорыв вперед. Сегодня наше общество находится в переломной точке, когда нужно справиться с серьезными вызовами. Если мы хотим выжить и оставить нашим потомкам высоко развитую цивилизацию, нам нужно в корне менять систему общества. Перестраивать основы так, чтобы у людей появилась возможность быть здоровыми, активными и инициативными. У каждого есть творческий потенциал, и чтобы его раскрыть, в обществе должны быть созданы определенные условия. Я желаю, чтобы в новом году такие возможности появились у каждого человека, у каждой семьи, у всего нашего народа. Желаю, чтобы наша страна процветала и вдохновляла весь мир своим благополучием. С Новым годом и Рождеством вас, друзья!